Вот. И у меня много-много всякой ерунды, которую всегда надо куда-то представлять. Посмотрев на меня в профиль, ты увидишь, что я профи. Посмотрев на меня фас, ты увидишь, что я ас. Если ты посмотришь сверху, то увидишь только перхоть, так что нечего таращиться, как на таракана ящерица. Лучше загляни внутрь. Там внутри нутра метро, где несутся как составы межпротезов и суставов между разных полушарий антител и прочих тварей. Мои мысли скакуны и другие какуны. Вот я думаю, это эпиграф к нашей сегодняшней встрече, потому что момент, он должен всегда как-то неправильно развиваться, как говорил Венечка Ерофеев. И вот такая песенка, она странная, такая получится тоже с таким стихотворением. Я, честно говоря, очень не люблю матерные слова говорить, и здесь не скажу, поэтому надо было вызвать сюда Гарика Губермана, вот, чтобы как-то он цитировал эти слова. Я считаю, если можно обойтись, то и без этого хорошо. Почему-то все гении – странноватые люди. Трусоват был Тургенев, и Чайковский причуден. Был незрячен Гомер, глуховатым Бетховен. Ну, а я, например, офигенно духовен. Я духовен во всем, взять хотя бы эти вирши. Бездуховный козел так навряд ли напишет. Когда ложатся на листы слова моих стихотворений, то даже тени нет сомнений, что типа я не просто гений, а типа чистой красоты, как Евтушенко, Евгений, с которым мы давно на «ты». А ты? Я мог бы с Пушкиным на «ты» дружить, на дружеской пирушке. Да что там, извиняюсь, Пушкин. Не могла быть подружкой сама бы Агни Барто. И по утрам бы мне цветы несли б от Агни Барты, а то. И пастернак, заморский фрукт. Хоть кто-то думает, что овощ с горячей свечой в полночь всегда готов прийти на помощь. Он же типа мне как друг. А не Демьян родства, не помнящий, забывший другов и подруг. Вот сук. И сам я, что греха таить, порой сам себе листая, взлечу, как диких уток стая, и лечу. Весна настала, можно жить, сомнений есть, сомнений нет. Я симпатичен и высок, но вылитый пижон. В ломбард гитару заложив, куплю у немца пистолет и алюминиевый свисток на редиес-мажор. Прекрасен редиес-мажор, он лежит воздух пополам, блестит немецкий пистолет. От мушки до курка, но я не лезу на рожон, ведь я не жлоб, я не хам, я выдающийся поэт, непризнанный пока. Когда-то наши деды утопали в крови, а может, в этой крови умывали руки. Теперь уж мы наш новый мир построим в одной отдельно взятой на поруки. Пада-бада-дам-бада, пада-бада-дип-та, пада-бада-дай-да, там-да-дам. Пада-бада-дап-та, пада-бада-дип-та, пада-бада-бада-бада-бада-бада-бада-дам. Нам все доступно, это факт, нам все с тобой с руки. Покуда наши жены спят, храпя, как мужики. Покуда наши жены спят, на тонких цыпочках уйдем. В усы негромко, бу-бу-бу, бу-бука и мотив. И вороненый самокат вас к черту лысому свезет, где паровозную ду-ду-дудит локомотив. Ду-ду-ду-ду, локомотив, дудит с опасного пути, и бронепоезд прохрипит. Картавая шагах, и мы гитары обхватим, тихонько в небо полетим, так с узелочками шнурки. На голубых шарах, но черта лысого мы брать не станем, он нам не сват, не жених. Ведь мы и сами, табишь с усами, табишь живее всех живых. Нам все доступно, это факт, ведь на дворе весна. Покуда наши жены спят, не нашим не до сна. Ведь от тайги до британских морей нету таких, что на скорости. Да.